стабилизация есть. Прочитали, да? Теперь понятно, что мы на Оболоне, да? Даже не просто сады, а еще и каменные сады. Так, Оболонь. Парк камней, сейчас пойдем посмотрим. Мост бывший московский, сейчас северный, да? Ира, мост северный сейчас называется, да? Мост этот северный, да? Да. Действительно, и камни тут, и железяки. Да. Красиво. Металлические обнимашки, да? А это шульки. Тараканы. Это стрекоза и муравей. Лето красное пропело. Глянуться не успела. Видишь, он упрашивает. Муравья. Пусти меня, да. Да. Пусти меня, говорит, пусти. Я помню, в школе там, в первом или втором классе, я муравьем был по становочке. И я говорил ей, вот, лето красное пропело, вот теперь пойди и попляши. А что, ты не участвовала в постановках? Ты что, мы театральные люди, да? Сад камнев, да? Еще девчина якась. Русалка, как в этом, да? Стоунхендж якийсь, да? Красиво. Реально стабилизирует их. Не дрожит камера. Не нужен этот современный крутой телефон, да. Да, хорошее место. Оболонь классный. Классный новый район. То мы старые вечно снимаем районы. Березняки, Русановка. Для совдеповских районов хорошая. А тут полностью новый. Это чисто европейский такой. Говорю, чисто европейский такой современный район, да? Да. Мне нравится. А то мы, говорю, Березняки снимаем, Русановку. Нам и там нравится, так по-домашнему, уютно. А здесь современно все.